Необычное явление наблюдали жители Шотландии. Дома, машины и улицы, расположенные около воды, буквально утонули в пене. Масса образовалась в море. Как объясняют экологи, там скопилось много водорослей, соли и различных отходов. Все это перемешало течение и взбил сильный ветер. Для северных широт это явление не характерное. Чаще морское капучино появляется у берегов Австралии и Южной Африки.